7 августа 1803 года началось первое русское кругосветное путешествие под командованием Ивана Федоровича Крузенштерна. В этот день шлюпы «Надежда» и «Нева» покинули большой кронштадтский рейд и направились к берегам Бразилии, а 26 ноября пересекли экватор. Российский флаг впервые развевался в южном полушарии. Кругосветное путешествие длилось 3 года. Его научные и географические открытия ценны до сих пор. Все мы любим путешествовать. Каждая поездка дарит нам новые открытия и незабываемые эмоции. А какая радость такая поездка для наших детей? О своих путешествиях сегодня нам расскажут дошколята. Я ездил в Нижний Новгород. Я там в зоопарк такой ездил, в котором там я кормила оленев, еще там видела кенгуру, детенышей кенгуру, я там видела слонов. Мы там еще по электричке катались на другую станцию. Летом мы ездили в деревню. Там я купалась на речке. Я хочу путешествовать в Таиланде. Хочу на слоне покататься, что-нибудь попробовать там, кокосы покушать. Я еще хочу, мы скоро будем путешествовать в каком-то городе, где есть огромный зоопарк. Мы ездили на море и на Байкал, и мы там видели лодку. Даже сфотографировались с ней. И мы еще кидали камни и переплывали через море. И еще мы купались там. Еще мы ездили в московский зоопарк, и там были обезьяны и черепахи там. Мне там понравилась обезьянка, которая с ребенком была, и она так, и там она спала, а ее он будил, потом она проснулась и начала его ругать. Мы с мамой и папой ездили на море и там плавали, делали плюх, мы гребли там. Гребли там чуть на лодке, как будто, ну, как будто там, как викинги мы были. И там вот мы плыли по реке, то увидели водопад там, завернули и поплыли дальше к нашему месту. Во всякие страны там ездили мы. И даже в Германию ездили. И везде ездили. Там, где мы не были. В моем детстве ездили. Когда ты маленькая была? Да, когда мне было еще 3 годика. Ну, ты там, наверное, не помнишь ничего, что ты там видела? И я видела там немцев, они за нами там гнались, а потом они оторвались. В прошлом году мы всей семьей ездили в Анапу. Там есть Черное море. Мы там загорали и отдыхали. Я познакомилась там с одним мальчиком, мальчиком Денисом. Мы каждый день с ним играли. Я еще хочу поехать в Краснодар. Я, конечно, далеко никуда не ездила, но у меня заветная мечта приехать с мамой и бабушкой на Байкал. И моя вторая мечта поехать на Черное море. Мы ездили на Белит. Я там научилась плавать. Мы плавали на лодке и ловили рыбу. Вот. Но мы ее отпустили, потому что она была маленькой. Зачем жарили шашлыки? Мне понравилось купаться. Куда ты хочешь поехать еще? Я хочу полететь в Москву. Мы ездили с папой на лодке, на пляж. Там играли в волейбол, в баскетбол. И даже в футбол. И отдыхали там. И поехали домой на лодке. Я очень сильно хочу лететь на самолете. И хочу кататься на джипе летом. И на велике. И на велосипеде тоже.
цветочки мои любимые. И еще лето. Это не только зима, лето, но еще и природа. Мы ездили в лагерь, мы там купались на круге воздушном, ездили на лодке до горы большой, измеряли воду до глубины и еще на лодке. И еще папа рыбачил вместе с кем-то. А где этот лагерь находится? Очень далеко, где на деревне, после деревни можно проехать. И еще там огромное пылище. Нужно окошки закрывать. И еще медленно можно ездить. А куда ты мечтаешь поехать? Мечтаю на море. Настоящее. Путешествие – это когда куда-то едешь. Куда ты ездил? В Таиланд на море. Мы летели на самолете. Я смотрела в окно и любовалась. Что ты там видела? Облака. Мне больше понравились облака, которые похожи на мою сестренку и на мою маму. Рядом с нашим домом был огромный бассейн с огромной горкой, водяной горкой. Там были такие массажерки, когда едешь, они тебе массажируют. Вода была очень глубокая, но я не боялась. У меня были подводные очки. Я каталась на слоне, на верблюде, на жирафе, на лошадке и гладила слоненка, и его кормила. А что, куда ты хочешь поехать теперь? Ну, на гору Ангару. Спасибо.